Задайте игровое поле, расположив на нем камни, воду и бочки. Также соберите своего робота. Внимательно выбирайте компоненты из доступных вам. На ваш выбор два сезона – лето и зима, когда вода покрывается льдом, а на поле появляется гололед и снежные заносы. Каждому игроку доступен одинаковый набор команд для робота. В начале каждого раунда откройте новую карту событий. Затем задайте программу для вашего робота, ориентируясь на размер его мозга. Команды размещайте рубашкой вверх. Открывайте команды построчно для всех игроков и исполняйте их, перемещая фигурки големов по игровому полю. Ориентируйтесь на приоритет команд, который написан в правилах. Также обращайте внимание, как ваши големы будут взаимодействовать с препятствиями. Карты событий в текущем раунде могут дать вам возможность использовать бонус карты, циклов и условий. Изменить температуру на арене или устроить сбой в компьютерных системах роботов. Так, раунд за раундом вы будете атаковать ваших соперников, пока у них не закончатся жизни или не пройдет 8 раундов. Победит тот, кто останется на игровом поле или у кого будет больше жизни. Если вам не хватает соперников, то добавьте в игру от 1 до 3 ботов.